Что мы делаем? Играем в Майнкрафт. Да? На телефоне, на своем? Да. Мне что-то здесь не уходит. Что ты там хотела построить? Домик. Второй этаж? Да. Ты уже что делаешь? И второй этаж. А что у тебя там сгореть должно было? Мне домик сгорел. Домик сгорел? Да. Почему? Ну, я горела, и дом горел в Майнкрафте. Да? И что ты там сделала? Почему он загорелся? Я поставила там фонари. Из огня? Да. А дом у тебя деревянный? Да. Поэтому нужно подальше от огня строить дома деревянные. Угу. Запомнила? Да. Или делать не деревянные дома, чтобы не горели, да? Угу. Что мама делает сейчас у Наши? Сейчас она вырывает себе зубы. Сама? Нет, ей вырывают. Ей вырывают, да? Да. А ты думаешь, это больно? Да, больно. Ей анестезию сделают? Анестезию? Да. Не знаю. Ну, чтобы больно не было, сделают ей? Не знаю. Не знаешь? Да. Тебе все равно? Нет, мне все равно. Ей, наверное, больно будет. Мы потом домой поедем. Маму лечить, успокаивать, да? Угу. Ну что, достроила свой второй этаж? Нет. А что? Сейчас достраиваю крышу. Ну? У меня такая вот крышка. А потом? Потом... Майнкрафтер, ну глянь на меня. Что потом будешь делать после крыши? После крыши обустраивать второй этаж. Второй этаж? Да. Зачем? Чтобы там было уютно. Ты верблюда из дома выгнала? Да, выгнала. А поставила там столик на первом этаже? Да, поставила. А еще? А еще что? Три столика? Да. Покажешь? Сейчас. Что тебе нужно немного? Вниз немного. Вниз немного? Угу. Будешь показывать? Да. Ну давай, покажи нам. Что же там такое у тебя? Один столик, да? Да. Сейчас поставлю. Зайду в домик. Ну заходи в домик. Вот ты стол. А что у тебя так темно? Ну потому что ночь на дворе. Ночь на дворе? Да. Ну ладно. Строй, строй. Сюда зайдем. Пока будем маму ждать, можешь построить, да? Да. Сейчас тут у меня есть. Кира, град пошел. Вовремя мы переобулись, да? Да. Ты еще что делаешь? Крафтишь? Крафчу. Что ты там крафтишь? Большую. Уже переделываю крышу. И двери поставила, да? Да. Да, град это, конечно, весело. Чуть больше гречки. Вот такие вот у нас пирожки, да? Да. Тебе тепло? Да. На голову не капает? Нет, вообще. В машине. Класс, да? Град. Да, градинки большие, да, понабивалась там у нас, да? Угу. Довольная? Да, мама придет и скажет, да что такое на улице? Град пошел, положу машину. А ты на ее месте сидишь, между прочим. А она вот эта вот под градом как будет ходить? А? Подожди, мне тетрадь. Занята, в общем, ладно, не буду тебя отвлекать. Подождем еще, да? Да. Чуть-чуть. Угу. Эй, мышка хитрожопая, что ты там делаешь? Палочки ем. Палочки ешь? Мамы до сих пор нет. Что будем делать? Свет включать? Угу. Включай. Ты до сих пор крафтишь? Угу. И палочки ешь? Палочки и крафтишь. А мамы все нет. Сколько ей там все зубы решили вырвать, что ли? Ага. Подождем.
Мне дракон, кстати, вылупился в игре. Да? Угу. Ну как палочки? Вкусные. Ты палочки жрешь, а потом суп будешь есть? А борщ? Борщ. Будешь? Буду. Не смешно. Ты довольна? Один штырь поставил или имплант? Алло. Алло. Бабушка звонила, да? Я вызвала. Короче, он мне все удалил и еще один имплант поставил. Ну, уже штырь мне вкрутил уже с одной стороны.